Hi. Hello, how are you? Good, how are you doing? Good. This is museum. Yes. Alright, and just 2 adults? Yes. That'll be $10 total. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с Джеффом приехали в один музей. Он очень такой интересный, необычный. А по всей территории у них расставлены разные статуи, скульптуры, какие-то непонятные такие, ну, очень необычные подделки. Так-то я вообще-то сегодня не планировала никуда уходить. Но меня мой соблазнил, что мы поедем потом на суши. Знает, как меня вытащить из дома. Так что, а завтрашнего дня я начинаю диету, поэтому согласилась поехать с ним. И Джеффри. Я сегодня с палочкой. Так, сейчас начнем. Некоторые статуйки, непонятно что. Вот эта штука тоже непонятна немножко. Смотрите, какие яркие палатки. Купола, как их назвать. I'm coming. Сейчас посмотрим, что там. Цвета интересные даже. Мне нравится. Такой яркий. Когда-то был, видать, розовый и зеленый. Потрескано. Сейчас вовнутрь зайду. So cool. Очень классно. Очень классно, да. Интересненько. Так, сейчас пойдем во второй зайдем. Окей. Здесь другие расцветки уже. Потемнее. И внутри, наверное, будет темнее. Kind of creepy. Yeah. Топор прям тут, смотрите, ручки. Ручки. Okay, I can take it. Uh-huh. Oh, look at the face in that one. Oh, смотрите, лицо. Как будто из каких-то фильмов ужасов. Так, опять. Смотрите. Всякие детальки. Ботинок чей-то вот тут. Так, опять обвернем. Смотрите, статуйка. Ага. Так, вот сейчас посмотрим, что здесь еще такое. Ой. Смотрите, какие-то щипцы. О, рука. Ох. Противная. Рука. Потом ботинок какой-то. Смотрите. Молоток. О, рука вон еще. Как детская или женская. Вон еще одна рука. Здесь очень много рук. Большая мужская. Джефф играет как ребенок. Бананы, strawberries. О, смотрите, какой прикол. Повесили всякие овощи, фрукты. А это сделали из дуршлаков. Прикольненько так. Смотрите, какой дерево. That's a really old tree. Yeah.
покажу поближе. Сейчас посмотрим. Так, вот смотрите. Так. Хочу посмотреть, если гвоздями. А, так, я вижу вот такими пластмассовыми штучками соединяли, чтобы держался. Я все хотела посмотреть, будет ли гвоздик или еще что-то. Окей. Так, интересненько. Сейчас обойдем с другой стороны. А ну и как стена, типа стены сделали. Ага, pretty long, I think. Oh, but look, something inside. Yeah. Okay. Смотрите, внутри как опилки, что ли. Видно, что как сетка держит опилки. Ага. Так что ветки только с лицевой стороны. So that's made. Looks like hair. No, you know what it. Well, you know what it is. It's like, do you know when you play a cello, and you have the bow? You know what cello is? No. Or like a violin. It's like a big, big one. Oh, one. So and struning? So you know the bow. Uh huh. The bow is made of like that's what that stuff is. Do you think can we try touch, just to feel it? Похоже, что это струны, как я поняла. Ах, написано, чтобы не трогали. Больше похоже на волосы, как вот куклы делают. Волосы как будто бы. Придумают ведь люди, а? Вот такое вот чудо-юдо тут. Смотрите, какое дерево интересное. Дети любят туда заходить вовнутрь. Ну, мой, конечно, пошел. Ой, Джефф мне как ребенок. Сейчас он посмотрит. Смотрите, как ветки низко лежат. Окей, I'm coming. Хочешь, чтобы я тоже пошла? Ой. 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 Смотрите, как интересно. Ага. Очень интересная картина. Сейчас подойдем поближе, рассмотрим. Вот уж где сборка. Так. Не то с фильмов. Ой. Ой-ой-ой, что там? Ой. Ну, показываю вам все, что мы видели и что вы видели. Так что... Ой. Там что-то некоторые фотографии, эти картинки вообще дети не должны видеть. Yeah. But, and do you see this? And the mouth up there. Mouth? Oh yeah. That's like porn. Oh my god. It's definitely kind of weird. Yeah. В парке, где дети гуляют. Мне очень нравится вот эта статуйка в серединке. Желтенькая. Yeah, that's... Мне нравится, какие они красочные, цвета яркие. Посмотрите вот на это. Что-то такое, почему-то индейку мне напоминает. Висюлька там висит такая с рожицей. А вот это, смотрите. Ой. О, смотрите, какое дерево, интересная расцветка. Да, мы даже можем потрогать. Оно очень низко. Смотрите как. Так. Вот смотрите, видите какие, как семена. Сейчас оставим машину и пойдем в метро. Ага.
Я взяла. Окей, теперь я пойду. Смотрите, кто-то играет на гитаре в метро. Звучит очень красиво. Так, вот и само метро. Смотрите. Ничего особенного. Никаких вам красивых стен расписанных. Но зато не грязно, не воняет. Тоже плюс. Смотрите, какие сиденья. Как ковровое покрытие. Как бы чисто, но некрасиво. Которые сделаны из сладкой картошки. Джефф раньше его пробовал, говорит, очень вкусное. Так, сейчас я маленько хлебну и скажу вам. Вкусненько, вкусненько, ага. Потом покажу вам суши, которые... А, мы сначала еще дамплинги нам принесут, я вам покажу. И потом наши суши. Наши суши пришли. Ой, мои дорогие, посмотрите, какая красота. Четыре разных вида мы заказали.